Ну что, ганстеры, мы приехали по работе. Короче, приехали на работу. Точнее, приехали в Custom Tuning Factory. Кто знает, тот знает. Короче, выезд не загораживать. Приехали, будем делать пуск на Супру. Так что остаемся, не расходимся, смотрим, наблюдаем. Вот там стреляют. Так что в скором времени увидим новую серию про Супру. Погнали! It's me and little baby that going crazy. Weezy produced it and Weezy have made me. And she held it down, so she got a Mercedes. Your money records, the army, the navy. They ran me 10,000, I threw it like Brady. The foreign is yellow, like Tracy and Katie. I trust in my they never betray me. Met all these people, they sweet. Та-дам-там-та-дам-там. Вот такое вот чудо. Нужно будет сделать ему спуск. Короче, сейчас начнем заниматься спуском. Приобрели трубы уже. Тренировки по аппарату. Вот, приобрели трубы. Сейчас все это начнем компоновать. Смотреть, что да как. Наш аппарат будем резать. Сейчас турбину отрежем. Сделаем угол сюда. Будем заводить сюда. Потом часть будем приваривать к кульку. И с кулька также будем приваривать и выводить наверх, соединять с дросселем. Ну все. Я, как всегда, весь процесс снимать не буду. Не хватит времени. Либо ролик будет часовой. Так что будем отталкиваться от того, что есть. Буду делать куски. Примерно работы, что-то как. И потом буду все это компоновать. Каждое то, что я видел, как твоя. Сказал тебе не стреляй. Стреляй, но не стреляй. Пошли, не стреляй. Ты 95, что ли, прочь, вот эти пайки десантные. Ну все, эту часть обварили. Сейчас будем прикидывать и смотреть. Ну все, perfectly. Можно теперь дальше макетировать и смотреть, что куда и как уходит. Обращайтесь. Да, качественные швы. Блять. И это было вот здесь, вот, все. На Супре. И все, с мать. Это. С кайфом. Так что, ребята, обращайтесь. А тут вот видите? И все. Эту часть мы сделали. Силькошу поставим. Тут приварим. И будем делать ту сторону. Короче, работа движется потихонечку. Ну так что? Сделали второй пайп. Правда, мы его заморали. Хорошо. Это так. Мастер. Ага. Подписывайтесь на его YouTube. Ага. Все сам делает. Тюрин. Все, можно все прикидывать. Смотреть, как это садится. Да, стыдино. О, стыдино опять. Да-да. Подожди, тут надо мастерский. Мастерский. Мастера надо специального. По установке. Да. Да, не хочет лезть. Кто варил, тот и ставил, видать. Ну, наверное, так и было. Все плотно сел. Тут надо расширить. Ну, в целом. Вам все отлично. Подписывайтесь, я вам говорю на YouTube. Что там, ханстеры? Подписывайтесь на него. Он варит мощно. Посмотрите, швы какие идеальные. Мощные. Ни одного стыка тупого нет. Вообще идеально просто. А вот, а подожди, ты показывал, да, уже? Да, то я показывал, то чудо, да. Ну, ладно. Идеально просто. Ехали далее. Я уже, блядь, это давно не снимаю. Да ладно. С твоими подписчиками тебе достаточно, можешь и не снимать. Да, уже можно. Можешь завязывать с этим делом. Все, пайпы накидали, приварили их сразу к кульку. Ну, еще не приварили, конечно, а просто прихватили в этой части. Ну, дай бог, тут ничего не трет, не перетирает. Сейчас Володя там откручивает все это добро.
Ну все в целом. Приварили под тел и под температурный датчик, возможно. Не знаю, что это датчик. Чтоб когда на копчуге я ей чувствовал. Чтоб чувствовалось. Ну вот оно. Супра. Вид имеет теперь, конечно. Все, теперь обвариваем все это добро и обратно ставим на машину. И позже уже сделаю окончательный видос, как это все смотрится. Что там, Володя? Ладно, поехали. Да, огонь. Все, проварили кулек. Теперь у нас получился вот такая вот одна единая деталь. Вот вам и ЖЗ. Что, накидываем? 500 плюс, да, и накидываем. Да, 500 плюс и накидываем. Часть, что мы не сделали, это приемная часть для фильтра. Вот с такими швами у нас получилось. Ну и как без шильдика, конечно, везде я сова. В итоге проект по Супре у меня закончен. Всем, кто наблюдал, всем спасибо. Ну а мы топаем обратно в дом. Показали вам красивые виды и хватит. We all make mistakes, that's just life. They might say I change, that's alright.